спою песню автора, который сам по себе к туризму, в общем, не имеет никакого отношения и очень мало в жизни куда-то ходить, по-моему, вообще не ходил, ездил. Ну вот в юности одна такая туристская песня все-таки у него была написана. Это Виктор Луферов. Посвящение товарным поездам. А мне хоть раз в году взглянуть, а мне хоть раз в году шагнуть на эту тесную дрожащую площадку и за собой туда втащить мой верный старенький рюкзак, в котором котелок лишь да палатка. А мне на месте не судьба, сидеть на месте не судьба. Ну что ж поделать, если тянет все в скитанья, зовут рассветы леса, зовут дороги поезда крича, давай кончай с родней прощанье, с ветрами снова обнимусь и всем рассветом распахнусь, и поделюсь со всеми всем, что есть по-братски, оставлю только лишь себе скрип снега в снежном феврале и для себя собой придуманные сказки, и растянутся сороки мажорным трезвучим на звенящих струнах проводов, и будет мало километров от начала пути, и так много добытых городов, и белым сусликом мелькнет, который год скитаний год, как белый столб километровую дороги, в который раз весна придет, листвой карманы мне набьет, усталостью нальет мне ноги, но рассядутся сороки мажорным трезвучим на звенящих струнах проводов, и будет мало километров от начала пути, и так много добытых городов.